Конечно. Дай-ка я помогу. Я как раз хотела тебя будить, а ты уже тут как тут. Я проснулся рано и умылся. Даже зубы почистил. Ну, ты же плохо вытерся. А куда ты так торопишься, Ашот? Мама, ты, наверное, забыла? Сегодня в школе нам объявят годовые оценки. О, у меня совсем из головы вылетело. Сейчас ты быстренько позавтракаешь и беги. Мама! Пока ты мне будешь завтрак готовить, я в школу опоздаю. Вот вернусь, тогда и поем. Не волнуйся, я скоро приду. Хорошо, сынок. Желаю тебе удачи. Твои успехи порадуют отца. Его поймают? Конечно, поймают. Да еще накажут как следует, чтобы не воровал. Пойдем, а то опоздаем на урок. Камла, знаешь, что твой сынок выкинул? Нет, госпожа. Спроси у Мадхава Лала, что делал твой Раджу в его лавке? Что он натворил? Расскажи ей. Что тут рассказывать? Пришел ко мне в лавку, потихоньку стянул коробку с печеньем и удрал. Почему все я да я? Ману тоже там был, он украл. Что? Мой сын украл? Он никогда бы этого не сделал, это ты его научил. Кроме тебя в деревне никто не ворует. Ты отвратительный мальчишка, да еще врун. Раджу дурной пример для всех наших детей. Вот что, Камла, с тех пор, как вы у нас живете, я не узнаю своего Ману. Как будто его подменили. Мне надоели выходки твоего сыночка, он позорит мой дом, уходите. Нам некуда идти, госпожа. У нас нет дома. В прошлом году мы пострадали от наводнения. Раджу еще дитя. Простите его, умоляю вас. Моему терпению пришел конец. Не желаю видеть ни тебя, ни твоего бездельника. Забудь дорогу к моему дому. У Бога проси прощения. И ты хорош. Госпожа, я накажу его. Накажу. Накажешь? Надо было это раньше делать. Что посеяла, то и жнешь. Ну, госпожа. Идем. Ты совсем не жалеешь свою мать, воруешь. Зачем ты это сделал? Меня живот подвело. Я вчера съел только кусочек лепешки. А сегодня вообще ничего. Я хочу кушать. Ты бессовестный. Из-за твоих проделок люди со мной здороваться перестали. Никто не пожалеет нас, никто не даст и черствой лепешки. Раньше была хоть крыша над головой, а теперь от дождя негде спрятаться. Давай пойдем домой. А дома остались щепки да куча глины, а вокруг живой души нет. Я есть хочу, мам. Бедненький. Сейчас. Я знаю, что делать. Я давно не была у доброй сестры Ганги. Может, она накормит нас и приютит. Идем, идем, сынок. Сестра Ганга, можно к тебе? Камла, это ты? О, подожди, я встану. Лежи, лежи, дорогая сестра. Я что-то плохо себя чувствую. Решила немного отдохнуть. Там на плите каша. Ашок должен вот-вот прийти из школы. Сейчас я встану. Не беспокойся, Ганга. Я сама схожу на кухню. В таком положении нужно себя беречь. Знаешь, а у тебя мальчишка будет. Все в руках Всевышнего. Может, девочка.
Муж мечтает о дочке. А девочка еще лучше, все-таки помощница в доме. Раджу, сынок, пошли на кухню, а то каша подгорит. Сестра, там есть молоко. Налей, Раджу. Садись. Да мне каши побольше. Сначала молоко, а потом каша. На, быстро. Сахару хочешь? Ага. Дай-ка сюда. Откуда у тебя сладость? Дядя Гапал угостил. Какие оценки? Читай письмо. Покажи сначала оценки. Прочти сначала письмо. Покажи сейчас же оценки. Я провалился, ма. А дядя Гапал за это тебя балует? Давай табель. Бесстыдник. Мой сын решил надо мной подшутить. Ты прекрасно сдал экзамены. Ах ты, какой нехороший. Ой, твой птенчик уже вернулся. Камла, дорогая, ты не накормишь Ашока? Конечно, милая. Ма, мой учитель сказал, если я буду всегда так заниматься, то меня освободят от платы за учение и даже дадут стипендию. Все в твоих руках, мальчик. Если ты будешь усердно учиться, то в этой жизни добьешься очень многого. Станешь большим человеком, врачом или адвокатом. Я буду гордиться своим сыном. Ешь, Ашок. И ты поешь. Я не голодна. Накорми Раджу. Это Ашок принес, угощайся. Возьми, сынок. Знаешь, Ашок прекрасно сдал экзамены. Поздравляю тебя. Какой он бледный. По-моему, все время сидеть за книгами в его возрасте вредно. Ты ошибаешься. Он уже большой мальчик. Бомби и дети начинают учиться рано. Ашок об этом давно мечтал. Муж даже приезжал из города, чтобы определить его в школу. Ма, мы забыли про письмо. Читай. Что пишет отец? Твой папа завтра приезжает. Правда? Кому в Дарампур? Кто едет в Дарампур? Есть одно место. Кому надо в Дарампур? Лалу! Матерам приехал. Простите, уважаемый, но я раздумал ехать в Дарампур. В чем дело? Я своего земляка должен в деревню отвезти. Мы с ним почти год не виделись. Пересядьте в другую повозку. Матерам, дорогой! Если одних земляков возить, много не заработаешь. Низкий поклон вам, земля. Приветствую тебя. Моя повозка ждет вас, дорогой Матерам. А, хорошо. Ой. Эй. Ой, что там унюхал? От ваших вещей исходит аромат Бомбея. В душе я вам всегда... Мне вот наоборот, по ночам снится моя родная деревня. Если мне посчастливится побывать когда-нибудь в Бомбее, я обязательно зайду к вам в гости. Ну, какие новости? Да новостей у нас каких нет, все как обычно. Ну, давай веселее, поехали! Сейчас мы тебя всего в крах и перемажем! Сейчас ты пройдешь мимо! Матерам приехал! Еще бы, что он дурак оставаться на праздник в Помпеи. Там же можно со скуки помереть. Ага, я специально приехал, чтобы вымазать нашего почтальона в красное. Мама, ма, папа приехал, брызгалку привез и краски. Можно я разведу краску? Ну, конечно. Ганга. Спасибо. Все хорошо. Выпейте с дороги шербет. Матерам! Матерам! Немедленно выходи, мы устали ждать! Чувствую, эти разбойники уже не оставят меня в покое. От шербета отказываться нельзя. Ну хорошо, налей. Только ты первая. Нет, вы. Не спорь со мной. Я пошел.
матерам. Подождите секунду. Ты первая поздравила меня с праздником, Холли. Ну, а теперь очередь за мной. Не могут без меня. Я буду ждать. Возвращайтесь скорее. Конечно. Ранг абир гулял чало, ор джагало баг. Фагун ке дин ай ре бхайя. Сверкает всеми цветами радуги. Праздник Холли. Это праздник любви и радости. Праздник Холли. Пусть все веселятся, танцуют и поют. Праздник Холли. कहे रहे मन मार के दिल झूम रहे मस्ती में लिए लाखों रंग बहार के रंग सभी थे राजा कर मेरे तेरे प्यार के रंग सभी है Thank you.
Господин доктор, зайдите в третью палату. Все в порядке. Теперь у тебя два сына, поздравляю. Нет, это девочка. Не придумывай. Мальчик. Нет, ты говоришь глупости. Слышишь, какой нежный голосок. Это девочка. Слушай, мне специалист, ты не верь ему, матерам. Он ничего в этом деле девочка. Не понимает. Девочка. Нет, сынишка. У меня сын или дочка? Дочка. А я могу взглянуть на свою дочку? Подождите. Господин Матерам. Да. У вас чудная девочка. Но... Что? Мы сделали все возможное. Но нам не удалось спасти вашу жену. Не надо, не плачь, моя девочка. Ешь, моя хорошая. Ну, пей молочко, пей. Матерам, доброе утро. Заходи, Камла. Не мужское это дело с детьми нянчиться. А ну-ка, дайте мне малышку. Успокойся, моя деточка. Молоко? А вы разбавили его водой? Нет, но мы его вскипятили. Ай-яй-яй, да разве можно давать таким крошкам цельное молоко? Раджу, принеси из кухни воды. У меня все сердце изболелось. Ужасно волнуюсь за малышку. Спасибо тебе, что пришла. Честно признаться, не знаю, как мне и быть теперь. Выхода никакого не вижу. Отпуск мой подошел к концу. Мне необходимо вернуться в город. Но вопрос в том, с кем детей оставить. А в город их взять не могу. В комнате, где я живу, народу полно. Послушайте, Ганга была моей лучшей подругой. У меня было человека ближе. Вы можете считать меня своей родственницей. Если вы мне доверите своих детей, я присмотрю за ними. Ваши дети мне так же дороги, как мой сын. Поверьте, я никогда в жизни их не брошу. Поделюсь последним куском хлеба. Буду им родной матерью. Камла, ты не понимаешь, что значат твои слова. Они избавили меня от всех тревог. Дети остаются в надежных руках. Учти, все расходы я беру на себя. Я ведь неплохо зарабатываю на фабрике. Каждый месяц ты будешь получать деньги по почте. А если мне удастся снять комнату, то я перевезу своих детишек в город. А пока уезжаю в надежде на скорое возвращение. Ганга как-то сказала, если родится девочка, назовем ее Галри. Я давно уже купил золотой медальон с этим именем. Кто мог подумать, что церемония наречения будет так печальна? Камла, в этом медальоне лежит амулет на счастье. Гаури не должна с ним расставаться. Мне пора. Сестра Камла, в моем доме всегда пылал огонь счастья. Пусть его не погасят печали и слезы. Ашок. Да, папа? Слушайся, тетушка, мой мальчик. Хорошо, папа. Я поехал. Постой. Бросаешь нас, матерам. А что делать? Я должен вернуться в Бомбей. Камла присмотрит за детьми. Ты тоже о них не забывай. Я им наказал ходить только в твою лавку. Не беспокойся, Камла будет рассчитываться. Дорогой Матерам, о чем ты говоришь? Твои дети — это мои дети. Лавка Гопал открыта для них даже ночью. Только смотри, не задерживайся, возвращайся поскорей. А? Буду мы стараться. Ждем. Отпуск получить довольно трудно. Все зависит от моего хозяина. До свидания. Прощай. Счастливого тебе пути. Прощай.
Ашок? Ашок, ты как здесь оказался? Случилось что-нибудь? Ты ответишь мне на один вопрос? Да, сынок. Папа, почему ты плакал, когда выходил из дома? Я видел на твоем лице слезы. Плакал? Нет. Помнишь, после смерти мамы я обещал тебе никогда не плакать? А? Я плакал? Нет, сынок. И ты не плачь, папа. А то я возьму свое обещание назад. Не будешь больше плакать? Нет, сынок. Нет. Не скучай. Иди домой. Иди домой, Ашок. Иди, дорогой. Раджу, поднимайся. Вставай, сынок. Выпей молока. Ты что-то у меня похудел очень сильно. Ашок, послушай. Да? Какая у тебя красивая рубашка. Ага, мне ее папа привез. Из Бомбея. Я догадалась. Сними ее на минутку. Мне бы хотелось, чтобы Раджу ее примерил. Хорошо. Интересно, годится она Раджу? На, примерь. Ой, я не знала, что голубой цвет тебе так идет. Не сгладить бы ты просто вылитый принц. Тетушка, а вы напишите папе, он пришлет ему такую же. Конечно, напишу. Скажи спасибо и отдай рубашку. Нет, не отдам, она мне очень нравится. Ну, как маленький. Ашок, не обижайся, ты ведь у нас умница. Он немного поносит и отдаст. Ну, хорошо. На дворе все девчонки и мальчишки спят. Ну, малышка, что с тобой? У тебя, наверное, болит животик, да? Не боли животик. Хочешь послушать сказку? Жил на свете слоник, он дружил с мартышкой, с кошкой и с мышкой. Прелестных детей, о моя Ганга. Но тебя сломала как ветку, и ты покинула их, о моя Ганга. Эти дети, два цветка, завянут без тебя, о моя Ганга. Некому петь им колыбельную песню, о моя Ганга.
моя Ганга. Ганга, Ганга. Тебе. И тебе. Ешьте поскорее. Тетушка, а вы не будете? Я обедала час назад. Ой. А моя мама раньше меня никогда не ела. Понимаешь, Ашок, у меня бывают боли в животе, и в такие минуты я должна есть. Малышка плачет. Я ее покачаю, а ты меня потом сменишь. Ты чего смеешься? Знаешь, почему у нее живот болит? Она каждый день вот такую гору съедает. Можете сесть. Садитесь. Господин Тивари, школьный инспектор. Знакомьтесь, учитель Шастри. Очень приятно. Я на одну минуту. Чем занимаетесь? Изучаем поэзию Тагора, стихи о родине. А, очень хорошо. Знаете, ребята, я приготовил для вас один необычный вопрос. Надеюсь, вы на него ответите. Что, по-вашему, самое дорогое в жизни? Можно я отвечу? Пожалуйста. Дороже всего мать и земля моя. Разъясни. Разъяснить, нас взрастила мать и мать родина. И нам они одинаково дороги. Ты молодец. Подойди к столу. Ну, смелее, иди. Смелее, смелее. Вот. Скажи, пожалуйста, кто научил тебя этому? Моя мама. Твоя мама очень умная женщина. Видно, она много занимается с тобой. Раньше занималась. Раньше? Не понимаю, а теперь? А теперь ее нет. Ах так, большая потеря. Как тебя зовут? Ашок. Наш первый ученик, гордость школы. Похвально, похвально. А где работает твой отец, Ашок? В Бомбее, на ткацкой фабрике. Наверное, ты с бабушкой живешь? Нет, с младшей сестренкой. Подожди, а кто за вами ухаживает? Тетушка. Задам последний вопрос. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь, сынок? Я мечтаю стать премьер-министром, господин. Дети, тише, не шуметь. Мне остается пожелать тебе успеха. А знаешь ли ты, чем занимается премьер-министр? Прежде всего, премьер-министр несет ответственность за всю страну, за судьбы миллионов людей. Он отвечает за каждого из нас. Если ты мечтаешь занять такой высокий пост, то обязан ежесекундно думать о счастье ближнего и заботиться о его благополучии. Ты мне сказал, что у тебя есть сестра. Сколько ей лет? Она еще совсем крохотная. Ей всего 2 месяца. Считай, что ты отвечаешь за нее. Если справишься, то твоя мечта осуществится. Ясно? Распишись в получении. А, может быть, я не умею, я неграмотная. В таком случае мне придется испачкать твой пальчик. Это делается левой рукой. Подожди, подожди. А ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять рупий. Здесь 5. Здесь 50 рупий в каждой бумажке. Итого 250, ясно? Никогда не видел таких денег? 250 рупий. Это же большие деньги. Сколько же матерам зарабатывает? Помнится, он сказал, что зарабатывает прилично. Значит, теперь у тебя всегда будет полный кошелек. Ты смотри, как тебе повезло. Камла. Да? В чем дело? Я просила тебя собрать овощи. Скоро начнутся ливни, а тебя все нет и нет. Сколько тебя можно ждать? Ну, Ри, ну какой есть смысл гнуть спину на чужих людей? Теперь у нашей Камлы и дом есть, и деньжата кое-какие водятся. Она поселилась у матерама и горе не знает. Волновластной хозяйкой заделалась. А? Детишек жалко. Правильно говоришь. Конечно, детишки еще маленькие. Им любовь и ласка нужны. Я боготворю Ашока и малышку. Каждый подтвердит. Тетушка, это папа нам деньги прислал? Да, мой дорогой. И письмо тоже? Да, хочешь прочесть? Я еще не все буквы знаю. Вот научусь, тогда сам прочитаю папино письмо. Ма, дай несколько рупий. Вон их сколько. Я в лавке сладости куплю. Нет. Ну дай. Не дам, не приставай. Камла, твой парень совсем от рук отбился. Дерется, безобразничает, вся деревня от него плачет. Ну что мне делать? В этом возрасте все мальчишки шалят. Подрастет, умнее станет. Это как сказать. Ашок на 2 года младше, а видишь, учится. В школе его хвалят. Раджу не мешает брать с него пример. Спасибо за совет. Ашок, послушай, завтра разбужу Раджу пораньше, он вместе с тобой пойдет в школу. Ага.
Ему понравится. Знаете, как в школе интересно? Я попрошу учителя, и его запишут в журнал. Вместе будем уроки учить. Садитесь, пожалуйста. Рамратан. Здесь. Абхишек. Здесь. Шьям Кумар. Здесь. Махеш. Здесь. Сатиш. Здесь. Раджу. Раджу. Раджу? Ты что, у нас новенький? Что случилось? Почему не отвечаешь? Ты что, плохо слышишь? Что у тебя во рту? Он меня печенье стащил и леденцы. Ты пришел в школу учиться? Или ты пришел воровать печенье и леденцы? И тебе не стыдно? Этакий волчище залез к ягнятам и пирует свое удовольствие. Думаешь, это сойдет тебе с рук? Обкрадывай тех, кто младше и слабее тебя, большой грех. Ну-ка, иди в угол, будешь стоять весь урок. Иди. Воровство всегда наказуемо, запомни это на всю жизнь. Повернись ко мне лицом. Возьми себя за уши. И не смей опускать руки, ясно? И прошу запомнить раз и навсегда. Присваивать чужое значит красть. Что сделал Раджу? Украл! Что, по-вашему, заслуживает вор? Наказание! Мама, ма! О, сынок, что вы проходили сегодня в школе? Дашь поесть? Обязательно. Ну, расскажи про школу. Мы учились писать. Mm-hmm. Я старался больше всех. Даже голова разболелась. Если тебя туда отправят, ты вообще ноги протянешь. Ой-ой-ой, я понимаю, ты еще не привык, но потом будет намного легче. Дай поесть. Мой мальчик устал. Иди выпей молока. Да ну. Молоко снимает усталость. Ты теперь школьник, а школьники должны есть сметану и пить молоко. А попозже пообедаешь. На, пей. Ну что, вкусно? Ничего. Ма. Ну что? А у Гопала в лавке продаются горячие пирожки. Мам, дай мелочь. Да что ты одни пирожки ешь? Пользы от них никакой. Ну, пожалуйста. Четыре, а на две штуки. Так дешево? Ага. Ну, тогда. Держи, сынок. Купи на эти деньги четыре пирожка. Тебе два и мне два принеси. Я быстро. Угу. Прочту, что здесь написано. Написано Гаури. Ты уже вернулся? Ага. Держи, очень вкусная лепешка. В чем дело? Она чем-то пахнет. Пахнет? Чем интересно? Да кажется, плесенью. Плесенью? Не выдумывай. Я утром ее испекла. Ешь скорее. Уж больно ты избалованная. Мама, я принес. Прямо с жаровни. Ты обожжешься. Пусть остынут немного. Хочешь пирожок? Сначала даешь лепешку и выпей воды, а потом попробуешь. Ашок, что ты делаешь? Я решил посадить священное дерево. Мама говорила, что дерево тулси приносит людям счастье. Сажаешь дерево. Другой работы подумай, ты найти себе не мог. Не видишь, какой кругом беспорядок? Ну-ка, быстренько собери все матрасы и просуши на солнце. Что ты стоишь? Я сделаю, тетушка. Постой, купи в лавке творог и молоко. Еще масло топленое и обязательно сахар. Килограмм не больше. Если увидишь, что рис хороший, тоже возьми, я сварю кашу. Хорошо, тетушка. Ашок, еще не забудь зайти в овощную лавку, купишь овощи. Если я пойду за овощами, то я опоздаю в школу. Ну, не сходишь один раз в школу, небо не обрушится. Я, что ли, обязана здесь порядок наводить? Ну-ка, быстро развешивай матрас и бегом в лавку. Ясно? Да. А ведро с водой так и будет стоять посреди двора. Ты мне его оставил? Унеси. Распустился.
Садовник. Гаури, чем ты занимаешься? Все обхаживает свое любимое дерево. Почему кастрюля не вычищена, лентяйка? Чтоб все блестело. Бери тряпку. Ну что ты на меня уставилась? Веселее, веселее. Да ты так и до вечера не управишься. Тетушка, я вычищу кастрюлю. Он вычистит. Эта девчонка вообще ничего не делает. Живет как королева, а она уже большая. Пора научиться и посуду чистить, и полы мыть. Ей все равно придется вести хозяйство. Оглянуться не успеешь, как она замуж выйдет. И пойдет обо мне дурная слава, что я твою Гаури к труду не приучила. Тетушка, ну Гаури не под силу эта работа. Она еще маленькая, ей только в куклы играть. Не мешайся, я сам все сделаю. Ты будешь чистить посуду, а кто в доме приберет, скажи, пожалуйста. Я просила тебя подмести. А я уже подмел. Я просила тебя вынести все матрасы и просушить на солнце. Так вот же они висят, видите? Ладно. Раджу! Ты еще спишь, сынок? Раджу! Телячьи нежности. Глупки неразлучные. Эй, белоручка, нежиться на солнце я тебе не позволю. Ну-ка, унеси со двора ведро с водой. Быстренько! Сынок, ты специально пролила воду? Простите, тетушка. Замолчи лучше. Не надо, тетушка. Я знаю, ты нарочно, это сделала, чтобы мой Раджу упал и разбился. Не надо. Сейчас же иди за водой, слышишь? Марш за водой. Не трогайте ее, пожалуйста. Она не донесет, у нее руки слабые. Ручки у твоей сестры слабые. Интересно, кто ее будет обслуживать, я что ли? Не сердитесь, пожалуйста, тетушка Камла. Я все сделаю, и за себя, и за Гаури. Плиту вычищу, натаскаю воды, постираю. Зубы мне не заговаривай. У тебя вечно не хватает времени. Либо не успеваешь уроки сделать, либо в школу опаздываешь. Я больше не буду. О, у тебя кровь. Очень больно. Потерпи. Пойдем промоем рану. И за что все напасть на мою голову? Все вы успешно сдали экзамены. Меня огорчил только один ученик. Вы знаете кто? Раджу! Заткнись! Раджу, мы не можем перевести тебя в следующий класс. Почему это не можете? Ты еще спрашиваешь. Посмотри свои отметки, Раджу. Да это просто хулиганство. Ну и пусть, мне плевать. Как так? В таком случае тебе здесь не место. Вести ты себя не умеешь, заниматься не желаешь, да у тебя все задатки бандита. Вот и прекрасно, буду бандитом. Да, не удивлюсь. Что у вас происходит? Раджу перешел все границы, он разорвал свой табель. Я хочу знать, почему ты это сделал? Объясни. А почему учитель только меня ругает? Он сразу меня возненавидел. А зато Ашок у него в любимчиках ходит. На меня все шишки валятся. И вы ко мне придираетесь. Замолчи! Чего деретесь? Господин учитель, да? Я исключаю Раджу из школы. Верно. Вычеркните его фамилию. Чтоб духу твоего здесь не было. Плохо кончишь. Еще посмотрим. На улицу лучше не выходите. Сопляк. Пошел по стопам своего отца. Мой тиран. Добрый день, Мухаддам. Вот уж не ожидал тебя встретить. Я был уверен, что ты в деревне у своих детей. А, представляете, впервые за 4 года я получил, наконец, отпуск. Но неудачи продолжают меня преследовать. Я уж было совсем собрался в дорогу, но тут один человек пообещал для меня снять комнату. Ага. Была бы комната, появилась бы возможность перевести детей к себе. 500 рупий я отдал этому человеку. Но почему ты не уехал в деревню? Сперва этот проходимец водил меня за нос, а потом вообще испарился. Разве можно доверять первому встречному? Не здесь полно мошенников. Все свои сбережения я отдал этому мерзавцу. И детей из-за него не повидаю. И послать им в этом месяце ничего не смогу. Знаешь что, я тебя выручу. А? Только не вздумай отказываться. Пожалуйста, возьми у меня в долг. Нет. Разбогатеешь и вернешь. Нет. Отошли детям деньги, иначе они решат, что тебя и на свете нет. Да. Вы так добры. Вечером я буду у вас. Хорошо. 20, 30, 40, 50. Все в порядке? Вроде бы да. Приложи палец. Добрый день. Здравствуй, Ашок. Письмо пришло от отца? В этот раз пришли только деньги, сынок. Малышка, посмотри. Видишь, кубок и серебряная медаль. Сам директор вручил. И еще книжки с картинками подарили. Если тебе интересно, могу почитать. Идем. Я выиграл соревнования по бегу.
А вот это приз. Почему ты не пришла в школу? Мы же договорились еще вчера. Такой был праздник. Ашок, у меня платье порвалось. Тетушка. Ну что? Купите Гауре новое платье. Этого еще не хватало. Порвалось. О, порвалось. Взяла бы иголку, да зашила. Новое платье ей подавай, бодничать будешь, когда замуж выйдешь. Платье ей мало, вот она и рвется. Напрасно вы так. Вам же отец деньги присылает. Смотрите, как он разговаривать научился. Думаешь, твой отец присылает сюда миллионы. К твоему сведению, этих денег с трудом на еду хватает. Уже твоим лавочникам задолжала. Я лезу из кожи вон, чтобы как-то прокормить вас на эти гроши. А твоей сестре еще и наряды подавай. Запросы чересчур велики, наглец. Не переживай, малышка. Скоро мне в школе дадут стипендию, и я куплю тебе новое платье. Стой! Кто туда на дерево залез? Какой-то толстый медведь. Да это просто чучело! Ты у меня доиграешься. Чучело! Надо мной смеетесь. Сейчас я вам покажу. Конечно, чучело. А ну, убирайтесь отсюда. Слышите? Ну, кто чучело? Повтори. Думаешь, я тебя испугался? Ну-ка, повтори, кто я? Чучело, понятно? Получи за это. А-а-а! Я сбилась с ног, бездельник. Сколько я должна тебя ждать? Где Раджу? Не знаю. Его не было на занятиях. Не было на занятиях, лгун. Он пришел. Тетушка, вон Раджу. Раджу? Где ты, Раджу? Раджу? Ну-ка, иди сюда. Больно. Мне уже сообщили соседи, что ты дрался. Скажи, ну что ты всегда задираешься? Я не задираюсь. Он первый ударил меня. Вся деревня на тебя жалуется. Ты сегодня прогулял? Отвечай. А? В школе тебя не было? Что произошло? Меня не пускают в школу. Не пускают? Да, меня учитель просто не взлюбил. По каждому поводу ругает. И без повода тоже. Придирается, наказывает. А вчера выгнал меня из школы. Как это выгнал из школы? Я пойду завтра с тобой к директору и выясню, в чем дело. Нет, мама, мне надоело учиться. Там вот такие вот малолетки, а я уже большой. Надо мной все издеваются. Ну хорошо, придется нанять частного преподавателя. Будешь с ним дома заниматься. У меня на глазах, понял? Хватит дурака валять оболтус. Где твой учебник? А сам не можешь его достать? Я хочу забрать лампу. На кухне стало совсем темно. Сейчас, я уже заканчиваю. Прикажешь в темноте готовить? Или, может быть, сегодня вы обойдетесь без ужина? Днем делай свои уроки. Зря только керосин изводишь. Он, кстати, тоже денег стоит. Пожалуйста, тетя Камла, дайте мне папин адрес. Что? Я письмо отцу хочу отослать. Представляете, как он обрадуется? И обязательно ответ пришлет. Угу. Пиши. Комната номер 3. Комната номер 3. Улица Тиловат. Улица Тиловат. Рабочее общежитие. Общежитие. Бомбей. Бомбей. Все? Тут комната, видите, какая просторная? А здесь у меня кухня. Взгляните. Прошу. Проходите, не стесняйтесь. Думаю, кухня вам понравится. Большие у тебя дети? Ашоку пошел 10-й год, в 5-м классе учится. Сын у него способный мальчишка. Умница, молодец. А дочке моей 4 годика. Ее зовут Гаури. Замечательное имя. Скажи, сынок, когда ты их сюда привезешь? Пока мне трудно. От одной мысли, что я их увижу, теплеет на душе. Я уже полюбила их. Мой дом как нежилой без детских голосов. Пожалуйста, сынок, привези их скорей. Жизнь без детей, что высохшая река. Я окружу их заботой, вниманием и лаской. Ухаживать за ними буду сама. Тебе не придется ни стирать, ни готовить. Ты не смотри, что я стара. Мне это совсем не трудно. Разве у вас никого нет? Я потеряла мужа. Потом, несколько лет спустя, я потеряла своих детей. Бог дал, Бог и взял, я на него зла не таю. Он послал мне тебя в утешение. Матерам, сынок, ты вернул мне желание жить. Положил конец моему одиночеству. Тебе у меня нравится.
Лучше вашего дома в Бомбее не найти. Тем более, что здесь живет моя мать. Бабушка Ашока и Гаури. Чуть не забыл. Возьмите задаток, пожалуйста. Нет, ни в коем случае. Вот переедешь с мной. Нет, нет, пожалуйста, я прошу вас, сделайте мне одолжение. Я буду вам очень признателен. Ты вынуждаешь меня взять эти деньги. Но все равно я их все до единой рупии истрачу на твоих детей. Разве мать ждет от сына денег? Мать ждет другой награды. Более дорогой, чем деньги. Сыновей преданности, любви внуков, в этом ее счастье. Так вот, я буду ждать твоего возвращения, сын, каждый день. Как можно скорее привози внучат. Договорились? Хорошо, постараюсь. До свидания, мама. Счастливо тебе, сын. О, милосердный властелин, жалься надо мной. Добрый вечер. А, это ты. Мутирам, а где ты так долго пропадал? Мы с Мукадамом ходили смотреть эту комнату. Ну и как? Замечательно, я доволен. Ну, вот. И хозяйка, чудесная женщина, добрейшая душа, похожа на мою мать. Да. Теперь будем жить одной семьей, мне повезло. Одну секунду, тебе пришло письмо. Письмо? Да. Вот это подарок. Приятное известие, у тебя даже глаза сверкают. Я сегодня самый счастливый человек. Знаешь, что пишет Камла? Что? Ашок все экзамены сдал на отлично. Мой сын первый ученик в школе. Молодец, он Всевышний. Не забудь послать этому мальчику удачи. Я устрою Ашока в школу, Джуман. Как только перевезу его в город. Когда встречаю ребенка в школьной форме, сердце замирает. Шагает важно, за спиной новенький ранец. Красиво. Обязательно куплю Ашоку ранец. Просто невероятно, как быстро бежит время. Что и говорить, мчится. Моей Гауре уже 4 года. А кажется, будто бы только вчера я держал в своих руках этот маленький комочек. До школы всего год остался. Девочки почему-то очень быстро взрослеют, Джуман. Оглянуться не успеешь, как Гауре станет в один прекрасный день девушкой. Расцветет, как тюльпан ранней весной. Замуж самое время выдавать. Свадьба, веселье. К мужу в дом переедет. Все же, Джуман, это несправедливо. Растишь, лелеешь свою дочь, стараешься уберечь ее от невзгод. Она потом от тебя уходит. Покидает тебя на всю жизнь.
любимая дочь ушла из родного дома. Стал пустым тот дом, где прошло ее детство. Зачем плакать? Дочь – чужое сокровище. Так уж заведено в жизни. Жена уходит к своему мужу. Счастья тебе, дочка. Но сердце мое разрывается от горя. Сара диван, хуши ме кате, лам хи лам хай муже, ду то кья ду туже, сат ле ja дуае мери. Чод бабул ка гар ангна, аж гори чели, доли ле. Я тебя жду, Мукадам. А, Матирам, приветствую. Спасибо, что ты помог мне найти пристанище. Ага. Но у меня есть еще одна небольшая просьба. Надеюсь, ты в состоянии ее выполнить. Мне необходимо подработать. Предстоят большие расходы. Пора понемногу откладывать деньги на свадьбу дочери. 2-3 часа сверхурочной работы, и все. Сколько раз в неделю? Хорошо бы каждый день, иначе мне не выкрутиться. Ну что ж, попробую это устроить. Договорились. Благодарю. Счастливо. Постой, Матирам. Не нравится мне, как ты выглядишь. Усталый, бледный, мешки под глазами. Это все сверхурочная работа. Если не будешь хоть немного отдыхать, в конце концов свалишься. Мне некогда отдыхать, Джума. Слишком много забот. Уверяю тебя, трудиться на благо своих детей – святое дело. Может, ты прав. Матерам, сынок, ты послан мне в утешение. Привози скорее детей. Я окружу их заботой, лаской, вниманием. Мой дом мертв без детских голосов. Я буду ждать твоего возвращения каждый день. Привози поскорее Ашока и Гаури. Кто с тобой? Кто с тобой, Ашок? Мне приснилось, будто бы отец. Кто? Я видел, как папа упал, сорвался с горы. Ты испугался, да? Ага. Это же сон. Конечно. Ты спи, малышка. Ты спи. О, всемогущий, помоги, пожалуйста, отцу. Убереги его от горести и бед. Отведи от него несчастье. Сделали. К сожалению, рука была так искалечена, что... Где моя рука? Я тебя спрашиваю. Зачем ты отрезал ее? Выхода. Как я теперь буду жить без руки? Я убираюсь! Мы сделали, или убирайся, мы сделали все, что могли! Вон или я за тебя отсюда! Санитары! Сюда! Скорее! Он сошел с ума! Бежите его! Прочь отсюда! Не трогайте меня! Не трогайте меня! Где моя рука? Верните руку! Моя рука! Моя рука! Матирам, Матирам, так. Пошел вон, негодяй.
Тиран, ты меня не узнаешь. Вот, это ты руку мою украл. Я твой друг. Думаешь, я не видел? Ну, что я сказал? Он сошел с ума. Свяжите его. Я вызову психиатра. Ну, как же так? Что здесь надо? Уходите. Уходите. Гаури, ах ты, Соня, еще валяешься? Вставай, вставай. Ой, да ты все горишь. Где тетушка? Я давно дома. Ушла? У тебя лепешка есть. Лепешка? Разве ты не ела? Нет. Ну, молоко пила? Нет. Почему? Мне тетя не дала. Не дала? Подожди, я принесу тебе, сейчас. Раджу, ты что, выпил все молоко? Не видишь, чего зря спрашивать? И малышке ничего не оставил? Она еще не пила, а у нее жар. А я виноват, что ли? Дядя Гапал, да? Извините, дайте стакан молока, это для моей сестрички. Конседи, налей молока Ашоку. Для твоей сестрички? Но Камла сегодня взяла у меня 1,5 литра молока. Неужели оно скисло? Что его не скисло? Просто тетушка ее не дала. То есть как не дала? Наверное, сердится. Уже 3 месяца папа не присылает денег. Ах, вон оно что. Хорошо, я с ней поговорю. На, возьми молоко и немного сладостей. Нет, нет, не надо. Гаури заболела. Сладко и вредно. А тебе нет. Молоко пусть выпьет малышка, а халву сам съешь. Все вы лакомки, знаю я. Ну, беги, беги домой. Камла. О, да никак мне письмо. Тебе еще пишут, дорогой. Садись. Налей-ка мне стаканчик холодной воды, а то еще немного, и твой друг испарится. Ну, зачем же пить? Фу. Вот, я дам тебе пахты. 2-3 глотка и жажды, как не бывало. Эй, почтарь, ты что, забыл к моему дому дорогу? Нет-нет, как раз у меня-то память хорошая. Пока на нее ни один человек не жаловался. Но вот не забыл ли матерам твой адрес? Наверняка он себе какую-нибудь красотку завел. Все свои сбережения на всякие там шуры-муры и растранжирил. Верно, я говорю, Гапал? Нет, я в жизни этого не поверю. Матерам порядочный человек. Не знаю, порядочный или нет, только мне все это уже надоело. Раз денег не высылает, пусть сам здесь менянчится. Несколько дней подожду, я отправлю их в город. Гапал, я к тебе шла. Дай еще несколько пирожков с курагой. Мне хочется пока побаловать ребятишек. С сегодняшнего дня я тебе ничего в долг не отпускаю. Почему? Может, он и наболтал чепуху, но товар я не отпущу. Ты будешь сама есть, а ребятишки голодать. Кто я буду есть? Ты и твой сынок. Я и сладости, и молоко, и фрукты даю. Все, что попросишь, а дети матерам и в глаза ничего не видят. Да кто это тебе сказал? Все соседи говорят. Да мне не важно, что ты ешь, хоть лопни, твое дело. Но дети матерама пусть приходят ко мне, а ты не буду сам их кормить из собственных рук. И как тебе только не стыдно, Гапал? Да неужели ты не знаешь, что могут наболтать злые языки? 4 года я возила с детьми матерама. Не соседи, а я. Одна я. Любила их как родных. Ну что я перед тобой оправдываюсь? Не хочешь верить? Не нужно. Главное, что моя совесть чиста. Остальное не важно. Ты детей любила, пока матерам присылал деньги. А как переводов не стало, вся любовь сразу кончилась. Осторожнее, не подави. Эй, дармоед. Гапалу ты нажаловался. Ты сказал, что мы с сыном все съедаем, а вы голодаете. Чем же вы питаетесь тогда, воздухом? Может, потому вы оба от жира лопаетесь? Отвечай, отвечай, бездельник. Откуда Гапал знает, что у нас делается в доме? Но он сам спросил у меня. И я ему сказал все как есть. А зачем ты к нему ходил? Кто тебя посылал? Носится по всей деревне и жалуется на меня. Я царскую с ними вожусь. И вот благодарность. Другой бы мне руки целовал за все, что я делаю. А ты только и знаешь, что позорит меня перед людьми. А кто из них приютит вас, если я вышвырну вас обоих на улицу? Да вы никому на свете не нужны. Даже родной отец вас бросил. Может, он давно молодую жену себе завел. И живет в свое удовольствие. А я целый день спину гну на его детей. Готовлю, убираю, обстирываю. Все для них. Все, лишний Анна на себя не потрачу. И меня же еще обливают грязью. Тетушка, куда вы посуду уносите? Продавать. Где же еще прикажешь взять денег, чтобы кормить вас обоих? Твой любимый папаша ничего не присылает. А Гапал больше в долг не дает. Вот вам и самый лучший друг матерама. Почему ты не присылаешь нам писем?
Прошу тебя, не бросай нас. Неужели тетушка сказала правду? Нам будет тогда совсем плохо. И потом я по тебе так соскучился. Так тебя люблю. Папа, тетя Камла бьет меня и Ашок. Ты приезжай и побей их. А потом забери нас. Нет, нет. Я вас не пущу к нему. Он бросает в людей все, что ему под руку подвернется. Поймите, друзья мои, больной совершенно невменяем. И за свои поступки не отвечает. И так уже четверо санитаров лежат в больнице по его милости. Если и с вами что-нибудь случится, у меня будут неприятности. Нет, нет, что вы. Меня он не обидит, я ему как мать. Он меня так и зовет. Когда-то звал, а теперь он ничего не помнит. Несчастный даже собственное имя забыл. Жальтесь надо мной. Прошу вас, господин доктор, разрешите мне взглянуть на него. Хотя бы издали. Сделайте доброе дело. Хорошо. Вам я так и быть позволю. Но долго у него не задерживайтесь. Да-да. Идемте. Благодарю. Не за что. Сюда. Лучше встаньте подальше. Вон у той решетки. Это безопаснее. Хорошо, идите. Спасибо. Я пришла проведать тебя. Не может быть, чтобы ты меня не узнал. Это я, сынок. Признаешь, дорогой, ты ведь называл меня мамой. Помнишь, ты хотел привезти ко мне из деревни своих детей, чтобы я воспитывала их, растила как родных внучат. Неужели ты все забыл? Ты мне говорил тогда, что сынишку зовут Ашок, а дочку Гаури. И вот с тех пор я все жду и жду вас. Когда ж ты привезешь детей? Когда я, наконец, увижу их? Когда смогу их расцеловать? Гаури сейчас 4 года. А Ашоку исполнилось 9. Ты говорил, что он очень способный мальчик. Все схватывает на лету. Что он первый ученик в школе. Помнишь, Ашок? Да, да. Да, да, Ашок. Ашок! Ашок! Твой сын! Ашок! Ты вспомнил, Матерам? Ты вспомнил, правда? Я вижу. Я по твоим глазам вижу. Ма! Ну вот, вот. Ма! Теперь все будет а хорошо. Мой Ашок, мой сын. Ашок, он в деревне. А Гаури? А Гаури тоже там. В деревне. В деревне, да-да. В деревне? Ну да. А я? Где я? А почему тут решетка? Мама, я что, в тюрьме? Нет, нет, успокойся, Матерам. Меня? Успокойся. Меня посадили в тюрьму. Что ты, сынок? Нет, что постой, ты? Почему я сижу за решеткой? Ты был немного болен. Но теперь все хорошо, сынок. Сейчас выйдешь, Матерам. Ты уже поправился. Вот это доктор. Я так долго пичкал его пилюлями, и все зря. А вы в момент его исцелили. Недаром в народе говорят, ключ от рая находится в руках у матери. Ах, да, ключ. Откройте дверь.
ты мне что-нибудь присмотрел? Конечно. Камла, если веришь моему опыту, участок Алгу самый подходящий. Это у реки? Ага. Там очень хорошая земля. Воткнешь палку, и та даст ростки. Алгу продаст участок? Разумеется, я с ним говорил. Ну, тогда все в порядке. Раз земля плодородная, участок хороший, что мне еще надо? Я покупаю. Да, ну сколько у тебя денег? 4,5 тысячи. А он просит 5 тысяч. Достань еще 500 рупий, и дело с концом. Братец, мне сейчас негде взять. Я их постепенно выплачу. Нет, в рассрочку он не продаст. Все сразу и поскорее, а то прозеваешь. Такие участки встречаются нечасто. Да, братец, я бы не хотела его упускать. Но где же достать еще 500? Где их взять? Да что случилось? А почему ты плачешь, а? Раджу. Раджу. Ну, что? Голову оторвала. Ой, и верно. Раджу! Раджу, зачем ты куклу сломал? И не думал даже, у меня поважнее есть дела. А Гаури сказал, что ты сломал. Да врет, как всегда. Кто всегда врет, я и сам знаю. А чего тогда к людям пристаешь? Знаешь, я отлично. И вообще, пока не получил, катись отсюда. Мотай. Вот подожди, тетушка придет, я ей все расскажу. Ба-ба-ба-ба-ба. Не плачь, малышка. Я куклу сейчас починю. Все, все уже хорошо. А я тебе принес то, что ты любишь. У меня в ранце лежит. Вкусное-привкусное. Умоемся только, да? Идем. Ну. Скорее. Так, вытрем руки и идем. А где же мой ранец? Куда он делся? Раджу! Раджу! Дай ему 8, Ан. Как всего 8? А сколько же ты хочешь за свое барахло? Оно только годится, что на обертку. А не устраивает, забирай и выметайся. Хорошо, я согласен. Дай деньги. Вы забыли мне вернуть сумку. Сумку? Бери. Считай дальше. Порцию разгулы. Вот. Где мои книги? Где мои тетради? Рацу! 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 Мои тетради, мои учебники! Куда все подевалось? Откуда я знаю? А кто знает? Ведь сумку взял ты, а потом подбрось обратно. Пустую. Отстань. Если порвешь мне новую рубашку, я тебя так разукрашу. Сегодня я тебя разукрашу. Получай. Врун, вор, жулик. Ох ты, козявка. Он еще и обзывается. Я из тебя сейчас лепешку сделаю. Кто это жулик? Кто жулик? Отвечай. Ты жулик. Ах так, ладно. Ай. Кусаться, да? Ты что бьешь маленьких? На, получи! Вот тебе! Вот тебе! Получай! А ну прекрати сейчас же, хулиган! Не смей избивать, Раджу, ты что? Взбесился? Ах ты, гаденыш! Чужой хлеб ешь и еще дерешься? Подожди, дармоед, дома я тебя не так кручу! Он у меня книги стащил! Зачем ему книги? Сам потерял. Нет, их Раджу взял. Ах ты, паршивец. Он все врет, мама. Конечно, врет, дрянь такая. 3 дня посидишь голодный, узнаешь, как распускать руки. Убирайся. Не надо плакать, маленький. Успокойся, все, все. Идем. Ашок, у тебя есть кусочек лепешки? Ничего нет. А тебе кушать хочется? Да. Хорошо, я достану. Идем. Так, а Чамели должна за конфеты 7 рупий 50 ан. Можно я... Что, сынок? Кастрюлю почищу.
Работник нашелся. Может, ты пошутить решил? Нет, малышка есть просит, а у меня денег нет. Значит, ты, чтобы накормить Гаури, хочешь все эти кастрюли перечистить? Мальчик мой, бери все, что пожелаешь, и для своей сестрички, и для себя, пожалуйста. Но, дядюшка, мы вам и так уже много должны. Забудь о долге, сынок. Неужели я не смогу прокормить двух ребятишек? Прибегайте ко мне в лавку в любое время, но эту ведьму я и на порог не пущу, так и знайте. Гапал, иди ужинать. Сейчас. Все уже готово, Гапал. Хорошо, хорошо, слышу. Эй, Кончети, иди сюда. Да, хозяин? Отпусти детям пирожки, сладости, картошку, джалеби, орехи. Ах да, и конфеты не забудьте. Ешьте, мои птенчики, не стесняйтесь. Сейчас поужинаю и вернусь. Гапал, все остынет. Ну что ты так раскричалась? Я не глухой. И что выдумал желтый поберушка? То-то я смотрю, они от домашней стряпни носы воротят, а еще ходят, жалуются, что голодные. Ты жадина, нам есть да не дает. Да ты как разговариваешь, грубиянка, совсем отбилась от рук, еще врет, видно, своего братца научилась. Я им есть не даю, дрянная девчонка, я тебе покажу, как меня позорить. Так отлуплю, своих не узнаешь. Еще раз здесь достану, все ноги переломаю. Запомни, паршивец, но этого мало. На улицу вас вышвырну, как котят, а сейчас марш домой. Иди, иди, разговорю. Кончади, где твой хозяин? Он дома. Тогда сам ему передай, чтобы без моего разрешения ни крошки им не давал, пусть ни детей не портит. И что придумал? Он избалует, научит попрошайничать, а я потом отвечаю. Нет уж. Нет, в рассрочку он не продаст. Давай сразу 5000 и поскорей. Такие участки встречаются нечасто. Где же мне достать 500 рупий? Давай сразу 5000 и поскорей. Такие участки встречаются нечасто. Давай сразу 5000 и поскорей. Такие участки встречаются нечасто. Где же мне их достать? Наша Гаури очень неудобно лежала. Мне хотелось поправить ей головку. Отдыхайте, детки. Спи, спи. Чего ты вскочил? Малышка, малышка, проснись, вставай. Идем во двор. Боялся, тетя Камла. Что? Она протянула руки к твоей шее. Может, тебе приснилось? Нет, нет, я как раз проснулся. Нам лучше не возвращаться. Ты можешь поспать? Я тебя покараулю. Купить. Я скоро вернусь. Порция разгулы, да подожди!
Подождите, у меня деньги взяли. Кулек орехов. Пожалуйста. Подождите, уважаемый. Я все Вафе расскажу внукам. Продайте мне одну лепешку. Тебе, дорогой, два пирожка, я тебе прошу. Пожалуйста, дайте одну лепешку. Пожалуйста, пусть подойдет быстрее. Деньги, подождите, два пирожка. Пари, Ашук! Вот твоя лепешка. Беги, малыш, беги. Гаури! Гаури! выпало на долю этих детей без матери. Какие еще испытания готовит им судьба? Детям без матери. Беги, ये जितने मुसाफिर मंजिल है मालूम, मंजिल है मालूम, भूली भटकी राहों पर है ये बच्चे मासूम. ठोकर खाए ये किस्मत के मारे, ये किस्मत के मारे. बिन माँ के ये बच्चे देखो फिरते मारे मारे. ये भी थे एक रोज किसी की आंखों के तारे, आंखों के तारे. बिन माँ के ये बच्चे देखो फिरते मारे मारे. Малышка, испугалась? Ну не надо, не надо. Я же с тобой. Ашок. Ну что, нашел? Не-а, спросил у всех друзей Ашока. Был даже у Бакси и Сарджи. Они далеко живут, почти за деревней. Ага. Никто их не видел. В школе тоже волнуются, ма. Ашока не было на уроках. Так куда же они провалились? Да ладно, ну их. А я так набегался, проголодался даже. Может, дашь денег, я хоть халвы куплю. Почта! Принес открытку от Матерама, а то ты все жалуешься, что тебе не пишут. От Матерама открыт? Ну да. А, понятно, ты от него другого ждала. Но имей же терпение, сегодня открытка, а завтра придут и деньги. Тебе не трудно прочитать, а? О, он там в беду попал. А что? Оказывается, лежал в больнице. Но теперь уже все в порядке. Он пишет, что чувствует себя хорошо. Спасибо тебе за ребятишек. Скоро я за ним приеду, заберу с собой в город. Матерам держи. Он приедет? Приедет в деревню? А чего ты так испугалась? Нет, нет, ничего. Он заберет их в город и избавит тебя от всех забот. Чем же это плохо, а? Отлично. Постой, Камла, постой, постой. А где ребятишки? Надо их тоже порадовать. Ребятишки? Да они только что были здесь. Я им потом скажу. А я предупрежу Гопала, пусть тоже к встрече готовится. Мама, ты обещал дать денег. Я обещала. Не приставай. Иди погуляй. Мать!
Я всю утром для тебя старался, а ты не можешь мне хоть несколько монет на сладости дать? Давай! Сейчас же! Ты что на меня кричишь? Замолчи! Молчи, молчи, молчи! Чего дерешься? А ты не ори на мать! И так мне тошно, да я сейчас готова вообще тебя убить и себя заодно! Что будет, когда матерам приедет? Кто мне ему говорит? Где я найду его детей? Как теперь выпутаться? Отвечай! А я-то откуда знаю? Давай мне деньги! Да что ты заладил одно и то же? Дай ему деньги, паршивец! У тебя только деньги в голове, а матери не думаешь! Тебе на нее наплевать, бессердечный, бездушный эгоист! Я других детей голодом морила, чтобы тебя накормить! А где благодарность? Только и знает чурба, что дрыхнут, да обжираться! Ничего по дому не сделает, никогда матери не поможет! Все жиры из меня вытянул! Тобой, гляди, в гроб загонит! Змееныш! Ой, для чего день нескладный? Детей не нашла, 500 рупий не достала. Да еще эта проклятая открытка. Голова кругом идет. Зачем я избила Раджу? Он-то в чем виноват? Ой. Бегает где-то голодный. Все одно к одному. Какая вам нужна, узнайте поточнее. Дяденька, вот наш папа. Он не у вас работает? Нет, нет, он не с нашей фабрики. Я тут всех знаю. Ашок, вдруг наш папа уехал. Давай вернемся в деревню. Нет, что ты, малышка. Он где-то здесь. Мы папу найдем, небось. И очень скоро, если не сегодня, так завтра. Или послезавтра. А я пока буду работать. Такой большой город. И все работают. Не может быть, чтобы для меня ничего не нашлось. Ты только не беспокойся. Со мной, малышка, нигде не пропадешь. Присядь. Матеран, я тебе искренне сочувствую, поверь. И все-таки оставить на фабрике не смогу. Ты, вероятно, и сам понимаешь, мне нужны здоровые работники. Но я тебя всегда очень ценил, и потому постарался сделать все, что было в моих силах. Отдайте чек. Из пенсионного фонда в связи с инвалидностью. Распишись. Возьми. Спасибо, хозяин. Пожалуйста. Матерам, какие у тебя планы? Ну, первым делом поеду к детишкам в деревню и, может быть, заберу их в город. А может, куплю там небольшой участок и займусь земледелием. Какое земледелие? Это же очень тяжкая работа. Для нее и двух рук маловато. Знаешь что, в нашем квартале как раз продается лавка. А деньги сейчас у тебя есть. Купи эту лавку и сиди себе торгуй. Дело вообще-то стоящее. Нет, поеду-ка я в деревню, там все обдумаю, а тогда и поговорю. Учти, Матерам, с лавкой тянуть нельзя. Ты можешь ее упустить. Сделаем так. Ты напиши письмо, пошли перевод. А когда все уладишь, поедешь за детьми и привезешь их в город. Ну что ж, тогда пошли. Согласен? Да. Идем. Поздравляю вас с покупкой, хозяин. Спасибо. Очень рад, дорогой, поздравляю. Благодарю. Очень рад за тебя. Прошу, угадай. Ну-ка. Отведай. Прими мои пустяки. Угощайся, спасибо. 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 А теперь предложи всем сладости. Угощайтесь. Вот так. Угощайтесь. Малышка, посиди в тени. Я вещи отнесу и вернусь.
погоди. Ну, надо же, какая я рассеянная. Что значит девочка? Мальчишка взял бы и удрал. И главное, совсем еще крошка. Твой дом на нашей улице? У меня нет дома. Нет дома? А мама где? И мамы нет. Девочка, видно, беспризорная. Она нравится вам? Еще бы. Прелесть, что за ребенок. А что, если вам взять ее? Вы же мечтаете о дочке. И ваш муж будет рад. Ах ты, моя дорогая деточка. Хочешь, я буду твоей мамой? А? Как тебя зовут? Гаури. Гаури. Очень красиво. Ты пойдешь со мной? А? Я тебе платьев нарядных куплю. Сладостей, фруктов, орехов и много-много игрушек. Ну как? Пойдешь со мной? Малышка! Что вам от нее нужно? А тебе что нужно? Я ее брат. И бросил такую маленькую одну на улице. А? Прошу тебя, отдай мне девочку. Я ее буду как родную дочку воспитывать. Да? А тебе я разрешу заходить с ней в гости, а? Будете видеться, но это не все. Я могу дать тебе и денег. Дать мне денег? Ага. Тысячу, две тысячи, сколько захочешь. Простите, тетя, но я не продаю свою сестру. Я бы не взял денег, даже если бы вы дали мне миллион. Я люблю Гаури. И потом я поклялся воспитать ее, окружить ее вниманием и заботой. А слово надо держать. Идем, Гаури. Очень устала. Устала? Тогда присядь, немного отдохни. Смотри, Гаури, какой храм красивый. Ты подожди, а я скоро вернусь. Жалься, всемогущий. Не спошли детям моим счастья и радости. Будь к ним добр, одари их милостью. Возьмите просад, уважаемый. Пожалуйста. Угощайся. Всемогущий Бог, все говорят, ты добр. Ну ты помоги нам найти папу. Дядя, я не нищая. Что ты, это не милостыня, а божественное угощение, так что отведай. Какая милая Матерам. Девочка. Я заходил к тебе. Тетушка сказала, ты в храме. Что-нибудь случилось? Да, тот перевод, который ты послал в деревню, вернулся. Перевод? Да. Что ж такое? На почте сказали, что адресат выбыл. Ничего не понимаю. Выбыл. А где же Камла и мои ребятишки? Поезжай в деревню и там все разузнай. Да-да. Сегодня же поеду, не откладывай. Машина ждет, скорее. Идем. А вот и гостиниц, бери. У меня есть. Как есть? Вот это да. Я бежал, тебя обрадовать хотел. А тебе угощение с неба свалилось. Нет, не с неба. Не дал он тот дядя. Бывают же такие добрые люди. Вот и папа у нас добрый. Ну все, говори, пошли, надо работу поискать. А сможешь ты торговать? Это вовсе не так просто. Попробовать нужно, может и получится. Ну хорошо, а у тебя есть деньги заплатить за товар? Нет. Так, еще одно. Допустим, ты продал на 450 рупий. Потом еще на 70. Можешь сосчитать, сколько всего будет? Да, 520. В школе я быстрее всех считал. Тогда я тебе дам совет. Иди вон по той длинной улице, с левой стороны увидишь, стоит здание. На нем есть вывеска. Магазин Ашока, мелкая торговля. Его владелец хороший человек. Я думаю, он даст тебе товар в кредит. Продашь и получишь комиссионные. Рупий 5 заработаешь. Иди. Товар высшего качества.
Спасибо за покупку. До свидания. Всего доброго. До свидания. 20:35. Еще 46. Вы чего? Что вам надо? Я хотел бы подработать. Продавать ваш товар на улице. Только у нас нет денег. Можно и в кредит. А справишься? Ага, справлюсь. А когда все продам, я расплачусь. Так, так, понятно. Где ты живешь? Нигде. Ну, а кто-нибудь может за тебя поручиться, а? Нет, дядя. Вот видишь, как же я доверю тебе товар. Я вас не обману, дяденька. Мне... В Бомбее, мальчик, даже собственной тени никто не верит. Уходи отсюда. Это все-таки лавка, а не благотворительное заведение. Ты что там шумишь? Да какие-то беспризорники явились. Просят товар в кредит. Торговать собираются. А у самих ни дома нет, ни поручителей. Их ведь можно проверить, да, на небольшую сумму. अपने घर से घर का बच्चा यूं ठुकराया जाए, यूं ठुकराया जाए, जैसे पास नदी के प्यासा पानी पी ना पाए, पानी पी ना पाए, हो गए इनसे दूर न जाने क्यों गंगा के धारे Мари, мари. Дам тебе немного товара. Как только продашь, принесешь деньги. Все вернешь до последней анны. Продавать будешь так. Все изделия из пластмассы по 10 ан. Запомни, все по 10 ан. Фигурные леденцы по 4 анны. А всякую мелочь вроде карандашей по одной анне, ясно? Эй, Натхо, хозяин здесь? А, да-да. Отлично. Мотирам? Через час твой поезд отходит. А ты еще вещи не сложил. Вдруг опоздаешь. Да какие там вещи, мой друг? Я все сижу, думая о своих детишках. Как-то неспокойно у меня на душе. Не понимаю, почему перевод вернулся. Может, там что-нибудь случилось? Не изводи себя. Я уверен, что все в порядке. А почта могла ошибиться, всякое бывает. Натхо. Да? Вызови, братец, такси для хозяина. Слушаюсь. Подходите, покупайте, дешево продам. Вот игрушка всего 10 ан. 10 ан за красивую игрушку. Возьмите, несколько монеток и игрушка ваша. Купили игрушку, смотрите, полиция, как она крутит. Полиция, уходите, полиция. Только за 10 ан. Эй, новенький, закрывай лавочку, а то они все отберут. Убирайтесь отсюда, убирайтесь! Здесь торговля запрещена. О, как только ты вернешься, они опять тут как... А ну, быстро! Что это? Никто не пострадал? Да нет. Коробку какую-то раздавили. А... а кто хозяину вернет деньги? Я? Дайте мне другой товар. У тебя такой тон, словно это лавка твоего отца. Притащил обломки, еще чего-то требуешь? Я верну вам деньги. А где ты их возьмешь? Дяденька, поверьте мне еще раз. Да с какой стати? Ты уже выбросил 15 рупий на помойку. Так и пойдет, ты будешь все портить, а я раскошеливайся. Пока не вернешь деньги, товара не дам. Малышка, что? Одолжи мне свой медальон. Я верну. Конечно, Шо. Бери. Что еще? Я оставлю вам медальон и возьму немного товара. А когда за все расплачусь, вы мне его отдадите. Он золотой? Да. Ну, хорошо. Возьми шарики. Завтра нерабочий день, иди куда-нибудь в парк. Там будет полно детишек, они их сразу раскупят. А Анна за штуку. Эй, постой. Вот тебе деньги. На углу нашей улицы сидит старичок. Он тебе надует шары газом. Теперь все, желаю успеха. Воздушные шарики. Покупайте шарики. Всего одна анна за штуку. Дешевле не бывает. Выбирай любой. Покупайте шарики. Анна за штуку. Берите. Ну что ж вы, девочка? Ты куда смотришь? А это не кушает. Это мороженое. Оно вкусное-привкусное. Попробовать хочешь? Да. Сейчас куплю. На, подержи. Вот за эту веревочку. Не выпустишь, а? Нет. Я скоро. Можно два мороженых?
сколько можно? Смеет? Всего 2 рупии. Пожалуйста. Купил 2 пачки. Тебе 1 и мне 1. Еще немного денег. Мы с тобой купим новые шарики. Не беспокойся, малышка. Пока я жив, ты не пропадешь. Идем. А-а-а-а. Спи, сынок, спи. Да что с тобой сегодня? Заснула голодной. Моя дорогая малышка заснула прямо на улице. Но кто рано ложится и рано встает, всего добьется в жизни. Спи, моя дорогая малышка, пусть жизнь твоя будет счастливой и прекрасной. Thank you.
глазам не поверил, когда увидел замок на двери. Как раз накануне от тебя пришла открытка. Ну, думаю, в доме праздник, дети готовятся к встрече. И на тебе. От кого и, правда, всего можно ожидать. Но все-таки входи. Все-таки странно. Ума не приложу, куда они все подевались. Видно, что-то случилось. Камла поклялась, что не оставит мой дом. Она тоже исчезла. Самое удивительное, что я Ашок об отъезде ничего не сказал. Это на него не похоже. Почему мне так не везет, Гопал? Одна напасть следует за другой. Вначале я потерял свою Ганку. Потом остался без руки. И вот теперь самый страшный удар. И недругу не пожелаешь такой судьбы. Письмо. Тебе от Ашока, но почему ты вернулась назад? Да потому что адрес неправильный. Все ясно, знаю я, чьи это фокусы. На, прочитай, может быть, что-нибудь прояснится. Папа, любимый, здравствуй. Ты давно не приезжал, и я очень соскучился. Как ты там живешь? Надеюсь, у тебя все хорошо. Папа, если есть ошибки, ты не сердись. Вообще-то я первый ученик в школе, даже от платы за учебу освобожден. Ты, наверное, очень занят, но я так мечтаю с тобой повидаться. Мы с малышкой Гаури вспоминаем тебя каждый день. Приезжай скорее. Только не волнуйся за нас, мы не голодные. Дядя Гопал позволяет брать у него в лавке еду, но я ему столько должен, что мне уже стыдно. Ничего не понимаю. А тетя Камла все сердится на нас, может, из-за денег. Совсем не кормит Гаури, не покупает платья и даже бьет ее часто. Твой любящий Ашок. Камла. Мальчик, проверь, по-моему, это прокаженная. Так и есть. Фу, гадость, и откуда она взялась здесь? Вот несчастье. Чего мы ждем? Она же нас всех заразит, надо прогнать ее. А ну, проваливай, убирайся отсюда. Сжайтесь, люди добрые. Меня отовсюду гонят. Можно я хоть в сторонке посижу? Хватит болтать. Поднимайся. Ходи в наши деревни. Поднимайся. Вон, вставай. Живы. Расселась. Брось отсюда. Вон из нашей деревни, пока цела. Хозяин, да? Я понимаю, вам не до меня сейчас. Вы так расстроены. Я бы не беспокоил вас. Но что поделаешь, слишком много счетов накопилось. Ну и что с того? Зачем мне их проверять? Я тебе и так доверяю. Спасибо, хозяин. Но все дело в том, что я хотел бы съездить в деревню. Мой младший брат женится. Письмо мне прислал. Если не приеду, он обидится. А я волнуюсь, вдруг здесь что не так? Деньги не счет любят. Хорошо, потом проверю. Да, хозяин, есть еще одно дельце. Какое? Я для продажи одному мальчугану дал шарики. А так как у него не было денег, он оставил залог. Вот этот медальон золотой. Золотой? Да, хозяин. Я бы, может, и больше товара ему дал, но побоялся. Гаури. Он маленький еще. Скажи. Да? А сколько мальчику лет? Лет 10, наверное. Симпатичный такой, вежливый. А он не с девочкой приходил? С девочкой. Лет 4. Так это же были мои дети. Ваши дети. Надхо, зачем ты отпустил их? Я не знаю. О, ну почему не я в этот день сидел в лавке? Где мне теперь их искать? Бомбей так велик. Я себе этого никогда не прощу. Вот горе. Напрасно вы так убиваетесь. Медальон-то остался у вас. Дети придут за ним. Обязательно придут. Да. Увидите. Может быть, и придут. Ну, конечно. А может быть, и нет. Я должен найти их.
Господин, помыть машину. Я умею. Ну что ж, помой. Гаури, беги скорее сюда. Такая же машина, сестренка. Она помчит нас в прекрасную жизнь, сестренка. Мы найдем своего отца и снова будем ходить в школу, сестренка. Всего мы добьемся трудом своим в жизни, сестренка. Машину угнать. Извините, а вы кто? Я свидетель и видел, как он задержал вора. Если бы не мальчик, ваша машина была бы уже далеко. О, спасибо тебе, сынок. Ты молодчина, настоящий герой. Возьми, купишь конфет. Его родителям можно позавидовать.
кого вы ищете? Я вижу, вы ищете кого-то. Да, братец, у меня ребятишки потерялись. А дети-то большие? Да нет, маленькие. Сыну 9 лет, а дочке 4. Из деревни приехали. Ашок и Гаури, может, встречали? Что-то не помню таких имен. Нет. А фотографии у вас есть? Нет, фотографий нет. Так, может быть, вам стоит заявить в полицию? Не надеюсь я на полицию. Поищу лучше сам. А, кажется, дождь начинается. Надо бежать. Ясно, мой, чей же ищем? Я случайно выронил. Давай. То-то. Ты из него ничего не взял? Нет-нет. Замечательно. Люблю честных. Держи. Не надо, не хочу. Бери сюда. Нет-нет, я не возьму. Ты чего на меня вылупился, как на прокаженного? Я что же, по-твоему, вор? Ну откуда у вас столько денег? Откуда? Пришлось, брат, потрудиться. И взмок весь от усталости. А меня вы не можете на работу устроить? На работу? Ха. Тоже с тобой? Это моя сестра. Родная? Конечно. Ха. Вообще-то есть работенка. Но ты меня не подведешь? Справишься? Я постараюсь. А что надо делать? Пойдем, я по дороге тебе все расскажу. Буди свою сестру. Солнце уже вовсю светит. Хочешь разбогатеть, не теряя времени, поднимай ее. Малышка, идем, быстро. Гаури, проснись. Ну, ты отхватил. Отлично поработал, ничего не скажешь. Вот за что я люблю скачки. А? Да, там они все программки изучают. Ну? Пока мой клиент просчет один список, пока проштудирует другой, меня уже и след простыл. Светлая у тебя голова. За это я дам тебе 1000. Спасибо. Ну как, доволен? Очень. Сейчас стаканчик пропустишь и снова. Утром не пью. Да? Я такой. Молодец. Вот бы все так рассуждали. А теперь спрячем денежки получше. Сколько жулья развелось, того и гляди, обчистят. Все. Порядок. Откуда эта мелюзга? Я привел, я.
Ты? Да. Чьи ребята? Сегодня на улице их подобрал. А зачем сюда-то притащил? Это что, твой дом или детский приют? Не сердись, я просто подумал, почему бы им мне не помогать? Тебе помогать? Ну да. Объясни. Ашок, сейчас придет поезд. Пассажиры выйдут на эту площадь, как их увидишь, сразу начинай ее бить. Не буду я бить сестру. Нет, будешь, да так, чтобы она ревела. Я не подумаю. Тогда я сам ее отделаю. Не смей! Ты что? Теперь я понял, что у тебя за работа. Ты вор, отвяжи, а еще маленьких бьешь. Ненормальный. Да я тебя со свою сестру, я не знаю, что с тобой сделать. В том дело. Я тебе, спать тебе, негодяй. Здоровый парень не пристает к детям. Ты тут руки не распускаешь. Сейчас полицию тебя отправлю. А ну идем. Совсем совесть потеряли. Никуда не пойду. Никуда. Шагай. Ты чего? Сижу. Я не могу идти, я устал. Надо же ночлег найти. Хочешь, я тебя на руки возьму. А у тебя водички нету? Водички? Водички. Гал, поднимайся. Сейчас мы где-нибудь найдем воду. Сейчас. А какие еще черты характера украшают человека? Вы правильно сказали. Доброта. Ум. Мужество. А еще какие? Кто ответит? Ну, кто? Неужели вы не знаете? Честность! Замечательно. Кто ответил? Может быть, ты мальчик? Я. Заходи в класс. Ты новенький? Говори, не смущайся. Ведь ты учиться пришел? Нет, моей сестренке пить хочется. У вас не найдется воды. Сейчас, подожди. Да чего, милая девочка. Как тебя зовут, а? Гаури. У нее высокая температура. Идем, малышка. Осторожно. Голубчик, за доктором Шарази. Хорошо. Девочка больна, ты ее с собой водишь. Ей надо дома лежать. А дома у нас нет. Но вы где-то живете? Мы живем на улице. Вот беда-то. Малышка, что ж с тобой делать? Ей нужно тепло, покой. Как тебя зовут, мальчик? Ашок. А может, вы убежали из дома? Нет, мы приехали из деревни. Здесь наш папа живет. Но я забыл адрес. Мы ищем, ищем и не можем найти. А мама тоже здесь? Нет, мама умерла. Бедные дети, моя крошка. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер. Вы не осмотрите девочку? Конечно. У нее высокая температура. Иди сюда, детка, не бойся. Сейчас мы тебя прослушаем. Сядь удобнее. Вот так. Подбери ножки. Вот так. Ага. Дыши поглубже. Так, так, хорошо. Все понятно. Легкие, чистые. Она просто немного простудилась. 2-3 дня и будет здорова. У вас не найдется листочка бумаги. Выписать лекарство. Ашок, вероятно, у тебя нет денег? Нет. А лекарство дорогое, доктор? Рупий 10-12. Оно везде есть, в каждой аптеке. Ясно. Я пойду. Меня больные ждут. Да, да, спасибо. Пожалуйста. Извини. Здесь 20. Напротив большая аптека, она еще открыта. Не задерживайся. Рецепт. Кого я вижу? Старый приятель. Куда путь держим? Заболела сестренка. Из-за тебя, наверное. Бегу купить лекарства. Как видно, монеты завелись. Да, а что? Где ты их взял? У тебя ничего не было. Не у меня ли стащил? Я этим не занимаюсь. Мне учительница дала. Учительница. Так прямо и дала. Ну-ка, покажи, что-то не верится. Умница, я-то решил, ты наврал. Отдай. А сейчас как не сдавается, топай. Все, все, разговор окончен. Все. Что будет, сестра? Проваливай. Пустите. Проваливай. Дяденька, он взял у меня деньги.
Не реви. Кто взял? Ваш Лалу. Я шел в аптеку, чтобы купить лекарства сестре. 20 рупий мне дала учительница. А Лалу у меня взял все деньги. Отобрал. Прошу вас, помогите мне, дяденька. Пожалейте меня и сестренку. Заткнись. Эх ты, болван. Ты что, не понимаешь, в каком жестоком мире живешь? Ну, чего ради, кто-то станет тебя жалеть. Если что нужно, бери силой. Ты бы у Лалу поучился, как жить, он давно уже все понял. Он никогда не будет нюни распускать, вымаливать деньги. У слабого отнимет, богатого ограбит. И ты учись воровать. Иди. Совсем ребенок. Но уже вор, он украл у вас кошелек. Его надо сдать в полицию. Вот, возьмите. Если пожалеть его, то завтра он снова может украсть. Вот, такая жалость только губит детей. Автобус! Вот автобус! Скорее, уйдем! Скорее! Вот видишь, как некрасиво получилось. Никогда больше не воруй. Красть стыдно. Я не вор. Это в первый раз. У меня заболела сестренка. Я шел в аптеку купить лекарства. Видите? А на меня напали хулиганы. И все деньги отняли. Ты мог подойти ко мне и попросить? Я бы тебе не отказал. Тебе сколько нужно? Папа! Папа! Ашок. Ашок? Да. Ашок. Я не вор, папа. Да нет, конечно. Я не вор, же, нет. Не плачь, сынок. Я первый раз. Не надо, Ашок. Постой, а где Гаури? Она немного простудилась. Я ее оставил в школе. Идем. Это недалеко. Ну, наконец-то. Я уже начала волноваться. Принес лекарство? Да. А вот, пожалуйста. Кто вы? Наш папа нашелся. Малышка, смотри, кого я встретил. Я за вас счастлива, детки. Это Гаури. Гаури. Ты правда наш папа? Да, дочка. И мы снова вместе. Папа, ты плачешь? Да, мой хороший. Но сегодня мне можно. Мама! Матерам! Ты мечтала увидеть внуков. Это вот Ашок, а это Гаури.